Всем привет! Совсем скоро нас ожидает последний матч 1/8 плей-оффа 13-го сезона Pro серии, и сегодня мы берем интервью у Кэрри команды Pro Dota. Привет, Sunlight! Ваши первые соперники на этот плей-офф — это коллектив MyRM. Что ты можешь сказать по поводу этой команды? Был ли у вас с ними опыт игры, и в принципе, как ты к ним относишься? Привет! Не знаю, что за команда, если честно, даже. Ничего не думаю, потому что не знаю. Хорошо, тогда расскажи нам о том, как вы готовились с командой к этому плей-оффу. Мы очень много играем. Турниры разные, их много, там UCC, D2CL, ну и очень много тренировок играем. Ну, то есть, ну, с профессиональными командами, естественно, сильными. Как ты думаешь, кого вам стоит больше всего опасаться в этом сезоне про-серии? Про-серии? Ой, если честно, я даже не знаю, что у нас там за соперники, потому что турниров у нас очень много, и не могу за всем уследить, если честно. Вот. Поэтому... Знаю, могу просто сказать, что мы будем стараться побеждать, и все. Хорошо, а какой стиль игры вы больше всего предпочитаете? Возможно, отталкиваться от пика соперников и своего пика, либо же вы все-таки заготавливаете какие-то стратегии до игры? Ну, определенно у нас есть герои и стратегии. То есть есть какой-то пул героев, в котором мы играем, и у нас получается. Есть там парочка стратегий, а так, ну, зачастую, наверное, как и все команды, там, играем то, чем нам проще играть. Чем мы любим играть. Как ты думаешь, с последним патчем у кого больше всего шансов на про-сцене начать доминировать и побеждать в турнирах? Я не знаю. Дота всегда, по-моему, была такой игрой, что любая команда может выиграть. Просто кто-то, у кого-то пик просто может быть проще исполнить, у кого-то тяжелее. Там, у кого тяжелее, если один раз ошибется, там, проиграет там, или еще что-то. Ну, сложно сейчас предсказать. Кто будет там доминировать или изменится что-то. Всегда, по-моему, можно выиграть. Спасибо, Кирилл, за то, что ответил нам на вопросы. Ну а на этом наше интервью подходит к концу. Не забывайте про наши социальные сети, на которые вы можете подписаться и получать информацию о всех дивизионах. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и до скорых встреч.